Зимой в сауне, помнишь? Джумбериться будем. Да хоть там чемерлейцы. Я вообще не понимаю, что за хрень-то? Я вообще... Ай. Да постойте! Блин, пойдем, да... сказал! Ты помнишь, я даже не знаю, как ее зовут. Беременна. Беременна? Ты знаешь? Откуда я знаю? Я вижу. Здравствуйте. Здорово. Лена? Спасибо. Спасибо, спасибо. А кто именинник? Я. С днем рождения. Ага. Спасибо. Спасибо. Леша? Леша, Саша. Саша, что ли, ты? Это Женя. Это Саша. Саша Исаков? Да. Вы что, знакомы? А я откуда знаю. А ты что, меня не узнал? Нет. Я Лена. Какая Лена? Зимой. Да, вообще ничего не понимаю. Зимой в сауне, помнишь? Зимой в сауне. Я был пьяный, что я помню. Я сейчас из-за тебя. Да? Животом из-за тебя сейчас хожу. Молодец. Паша. Это он, что ли? Это он. Блядь, Женя стал пускать. Паш, чё это? Чё, вообще не в теме. А чё, ты что, это коллега у меня? Чё такое за парень? Я тогда на эскорте работала. Таша, ты чего? Забыл, что ли, меня? Пиздец тут. Так, стоп. Подожди, я... Так, что-то реально... Выпускай Женю, все, что увидишь уже, никуда Сань. Обратно не дать. Я его искала, не могла найти. Ну как так, блядь, получилось, ты пиздец ты, блядь. Пойдем поговорим. Идем. Лем, идем, я это, что-то... Саш, у нас с тобой тогда, помнишь, в сауне было? Помнишь? Не помню. Как не помнишь-то? Реально. Я на эскорте тогда приехала к тебе. Забыл, что ли? Я не помню, Жека, реально не помню. Вот сейчас я из-за тебя беременная, понял? Жека, это не смешно, блядь. Поедешь, значит, сейчас со мной, понял? Куда? К нам домой поедешь тогда. У меня 9-й месяц уже, мне сейчас нервничать вообще нельзя. Так ты не кричи. Я в шоке сам. Вот. Я убегать-то никуда я не собираюсь. Я не такая херня. Они никуда и не собираюсь убегать. Ну пойдемте, ладно, ну что как бы вот. Ничего страшного, что сейчас так в жизни бывает, я что, слышишь, знаешь. Да я никуда не... Дай я рюмочку выпью. Выпей. Да, выпей, черт. Чувствуй. Леша, Саша. Я почему-то думал, что ты Леша. Давай, ты меня обманул, что ли, тогда? Кого мы пьяные были в говнище? Ну ты согласен тогда? Нет. Почему? Я тут вообще в замешках нахуй, блядь. Я не стала ничего делать, никакие аборты. Я знал, что я тебя найду. А тут такая еще встреча на день рождения. На день рождения такая встреча. А кто там еще-то хоть был? Да откуда я знаю? Я только тебя помню. И что сейчас, я всех запомню, что ли? Меня одного помнят. Так если мы только с тобой спали-то и все. Я не помню это. Вон. Паш, давай его сейчас заберем, он просто не хочет ни в чем осознаваться. Понятно, нет, чё, я был пьяный, так чё? Ответственность не хочешь на себя брать, что ли? У меня... Ты же сказал, не отказываешься. Двое детей и ребенок у меня, так чего? И чё сейчас, блин? А моего ребенка ты что, хочешь бросить, что ли? Да постой, я тут сам еще в шоке. Я не, блядь. Вы что? Чего? Давай, пацаны, подходите. Что-то тут за Санта-Барбара. Ты разведешься? Не... Ты разведешься? Нет, конечно. Почему? На ДНК буду продавать ты тогда. Он женат, что ли? Конечно, он женат еще. Двое детей. В сауне вызвал нас, блин. Уже трое. Жена тебе хренов. Я вызвал. Ты вызвал. Да это стопудово не я, у меня денег. А кто? Денег не хватит? Нет. 1000 рублей это стоило, так не хватит. Да? За 1000 мы ездили. Я не знаю. Ты не хочешь признаваться? Нет. Почему? Так в ДНК узнаем все по анализам. Че? Пойдем отойдем тогда. Куда? Поговорим еще, нам надо в машину с тобой. Пойдем в дом. Да, сходите в дом. Там есть кровать, диван? Четыре еще. Не, можно еще, я на еще да на 9-м месяце, мне еще можно. Ага. Сань, на свадьбу ты меня пригласишь? Да 4, я с женой не разведусь. Так. Если не разводишься, будешь со мной жить? Нет, что? Вот ДНК узнаем. После тебя ни с кем. Ну, не знаю.
Давай без ДНК обойдемся. Как только без ДНК? Давай. Я с ДНК буду, что-то. Это его! Его! Он говорит, что ничего не помнит вообще. Покормишь меня? Нет. Почему? Не хочу. Тогда так все хотел. Все было, блин. Говорю, был пьяный, что я помню нахуй? Паш, давай его заберем, я хочу. Конечно, заберем, с ней поедешь. Куда? Я хочу. Забираем. Поехали. С мамой познакомим и все. Это не смешно. Хрень реально. Это не смешно. Вот по ДНК узнаем вот тогда и с мамой, и с дедом, и со всеми. Поехали. Сиди сами, короче, Паш, разбирайся. Конечно. Сейчас с родителями познакомимся. Пойдем в машину. Да не пойду я в машину, я хочу отдохнуть с постами. Я тут сам сейчас только что в шоке узнал, блядь. Я с тобой хочу отдохнуть. 10 минут, блядь. Я с тобой хочу отдохнуть тоже. Так вот и стой, отдыхай. В машине пойдем. Я что, против, что ли? Тет-а-тет, просто пообщаемся. Пойдем. Вы же никуда не поедете. Господи, я не знаю, тут всякое в жизни бывает. Вот в эту хибарочку пойдем тогда. В хибарку пойдем. Так, не тяните, я иду. Я иду нормально. Секс будет у нас? Нет. Почему? Нет. Я хочу, чтобы был. Нет, а я хочу нет. Мне еще можно а мне пока. Нельзя. Почему? Я на таблетках сижу. Плохой мальчик. Угу. Как будем решать этот вопрос тогда? Че, говорю, по ДНК узнаем. Правда? Да. Ладно. Давай обменяемся телефоном. Телефонами записывай мой номер тогда. Скинь тогда еще пару тысяч на витамины. Я потратил очень много денег на витамины. Нет, пока. Хотя бы. Только что узнал. Хотя бы 1000 скинь. Наличкой отдай, пожалуйста. У меня нет нала. Аналом тогда отдай. Нала нет. Аналом отдай. Аналом. Каким еще аналом? Твоим 922. Че ты переживаешь? Все. Ты много не пей, смотри, блин. С чего ты? Нужен еще. Я вообще-то уже не... Ну что? Пускай он мне хотя бы на витамины тогда скинет. Паш. Я хочу его. Я прямо загорелась вся. Да, да. Давай в машину вот иди. Пойдем. Я хочу его. Хочу. Пойдем. Жень, что ты это вообще на... За фигня, я не... Ты меня-то что спрашиваешь? Я что, откуда знаю? 10 минут. Паша. Чего 10 минут? И назад я узнал, что так. И что? И куда ты? И что? Что за фигня-то? И что вы хотите пообщаться-то? Вы познакомились, все. Да. У вас как бы этот, номерами я телефона обменялись. Обменялись, да. Но... Я никуда не убегаю. Что будет этот? Сидеть, можно пообщаться? Секс нужен. Мне секс нужен. А тебе вот. Секс нужен? Я не хочу. Почему не хочешь-то? Не хочу, так что? Пойдем туда в баньку. Блядь, напиздец. Пойдем в баньку. Баня есть? Баня есть у соседа? Да, вон, погнали, я еще надо, хотите я. А тогда да хотел еще и два раза. Че, не 18? Ты что, напиться хочешь или все? Вообще реально, у меня вообще в башке сейчас. Спасибо, Евгений, что позвал Пашу. Ну, я бы его так и бы не нашла. Давай допивай, пойдем. Никуда не пойду. Джумбериться будем, не называй это так. Да хоть там чемаранеется. Пойдем. А не пойдешь? Пойдем. Не пойду пойдем. Я. Пойдем. Паша, где ты? Паша, бери его, бери. Жека, что за хрень-то? Бери. Жек. Лен, что за хрень-то? Я не понимаю. Чего? Где что за хрень? Жембериться будем. Паш, ой, Жека, я вообще не понимаю, что за хрень-то? Я вообще... Ай. Ты хуйня какая-то, блядь, происходит. Ровно. Какой трахаться? Можно, да, можно. Я вчера джимберилась уже с мужиком, можно? Пойдем. Да я никуда не пойду. Короче, надоело, я его забираю. Пойдем. Да. Пойдем. Переключай. Пойдем. Да постой ты, блин. Пойдем, сказала. Что такое-то, блядь, а? Приду и нормально поговорим. Я тогда просто с черными волосами была, ты, может, просто забыл, да? Да, хоть забыл? С какими волосами. Забыл тогда, вот у меня короткая прическа совсем была. Угу. Забыл. Мы с пацанами все карты кинули, карты была на тебя, чтобы разыграть. А ты еще реально там уже все на нервиках. Да потому что тащут куда-то, тащут, блядь. Я не понимаю вообще, куда тащут, что тащут, блядь. А ты год, я буду. Так потому что не было нихуя. Я помню, что там нихуя не было, но...
Ну, а вдруг? Хуй знает. Пацаны, раскинули карты, и одна легла на тебя, из этого сняли. Кто подумал, что это прикол сразу? Кто вот подумал, что это прикол сразу? Изначально я поверила. Изначально вот первая, когда подошла, как я немножко это... Это странно. Ну, поверила. Это? Я думал, две девушки здесь находятся. Какие у тебя ощущения, расскажи? Тут беременная женщина 9 месяцев, и меня и на плечо кидает, нахуй. Тут, блядь, как-то, нахуй, что-то уже не то, блядь. Рюмка одна за одной. Фу, да. Вообще шла, нахуй. Раз, я вообще... Что, ребятки, наш ролик подошел к концу. Ждем пополнения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и поджумберили за новым пранком.